Всем привет, мои дорогие! Сегодня мы поехали. Слава богу, все хорошо. В общем, мы приехали в Измит. Мы приехали в Измит, в больницу на обследование к другому врачу. Посмотреть, что скажет этот врач. Вот, муж договорился, там через знакомого взяли рандеву. В общем, идем. Сегодня... У меня нога не сломалась. Если бы сломалась, это было бы капец. Мамы и папы не было. Ну, ничего страшного, аккуратней. Учу всегда, говорю, будь осторожным. В общем... Надо аккуратненько. В общем, идем, еле доехали. Ехали, ну как еле доехали? Нормально доехали, это я. У меня так сильно укачало. Ну, так, ну, не очень медленно. О, тут мокро. И рада аккуратно. Вот, в общем, ехали. И так прям меня укачало. Давно меня так прям не подташнивало. Вот, еще рано встала. Часов, наверное, 7:30. У нас на 10 запись. В общем, идем, потом расскажу, что там интересненького. Что, спать хочешь? Замерзла? Да. Да, конечно, жара такая. Я спать хочу. Она говорит, чтобы ты садилась. Садиться? Ой, солнышко светит в глазки. Сейчас мама сядь. Ой, сейчас сядь. Вот так. Молодец. Ой, закрыла. Ага, закрывайся. Ой, и ты тоже, да, повторюшка? Вот мы напротив больницы сейчас сели перекусить, позавтракать быстренько. Ничего там не бери. Кстати, сейчас так вежливо мужчина взял стол, вытащил изнутри, чтобы, потому что там все курят, чтобы на нас не дымило. Слава Богу. Ну, а в больницу нельзя с шариком. Какой шарик в больнице? Да. Все, все. Ой, какая красивая чашечка, да? Да. Тут наблюдать за этой чашкой. Не надо за ней наблюдать. Принесли нам почву. И... Это что? А, это какая-то с мясом, мы покупаем. Да, и Радочки айран. Джерюшки сок. Сахарок мы убираем. Приятного аппетита нам. Это чего? Красивое дерево. Какое же цветочки подзасохли. О, а вон это растет что-то. О, смотри, а там что растет? Мандарины. Что-то большое. Абрикосы, что ли? Портокал? О. А у нас не растет портокал. В общем, пришли мы. Время нам перенесли. Вот раритет. Вон. Машина такая. Ирад, не надо. Это, в общем, пришли, время, оказывается, перенесли, другое время. Вот, поэтому мы пока поедем к знакомой мужа какой-то, чьей-то тете. Вот, потому что еще... Короче, часа полтора еще есть, чтобы в больнице не тереться, микробы не собирать. В общем, сегодня мы гуляем по Измиту. Да. Я запыхалась. Духота ужасная. Ну хорошо, хоть солнце не палит. Ну душно. А я утром прогноз смотрела. Была там гроза, гром, дождь сильный. Поэтому я так... Я так одела, что... Ну, и сама оделась, и девчонок, что... На случай, что если не это... Знала бы, шортики, маечки бы одела. Ну ладно, жаркости не ловим.
мы тут котеночка встретили. Он такой маленький. Ирада, не трогай, поставь. Какой ящика. Он очень миленький. Да, он так, он новорожденный. Он прям хочет... идет за нами и плачет, так прям кричит. Да, он хочет, чтобы мы его домой взяли, но мы не можем. Да, очень хорош. Ирада, хватит его трогать, слышишь? Он сам разберется, не трогай. Лицо... Это вообще-то девочка. Да, и руки вообще к лицу не смей, сейчас пока не помою. Вот здесь качель. Ты качели уже нашла, Джин? Да не трогай его, Ирада. Ну не надо, чтобы он привыкал. Мне уже жалко, я уже не могу. У меня уже сердце сейчас разорвется. Все, не трогай, пожалуйста. Я хочу с ним поиграть, но он такой миленький. Ну ты знаешь, уличных нельзя трогать. Микробы будут. Сейчас не прикасайся к лицу, ничего не вздумай, пока сейчас руки не помоем, поняла? И в руки в рот. И в рот не брать. Не. Ой, смотри, он тянет мою ручку. А мою ручку тянет, а мою ручку. Ирада, ну просто же. Мама, он маму потерял. Мама, он маму потерял. Она там, в коробке. Мама? Ну, в коробке там, наверное, мама. Он же не один. А, поняла. Иди, оставляй туда. Его дома оставляй, иди. Мама будет его лакать. Дай! Где Заря? Завтракаем. А камера. Да, хочу показать. Забери эту от муха. Штука. Вот. Вкуснотища. Будем завтракать и побежим в больницу. Позавтракаем и побежим на улице. Кстати, ну не видно. Пошел очень сильный дождь. Вообще очень сильный. Нарова. Бегают девчонки. Здесь такая красивая территория. Прям тут арочка такая на входе. Дождь опять пошел. Они бегают все. Да, опять пошел. О, красиво так. Точно пошел. Вон такие хорошие беседочки. Там клевенько. Свежий воздух. И весь день льет дождь. Пришла? Да. Запыхалась. Смотрите, какая классная штука. Здесь пустые бутылки, коробки. Даже что-то там, пакетики какие-то. Вот. А наверху баскетбольное кольцо. Видите, выбрасываем мусор, еще и можно поиграть. Круто. Блин, жалко, у меня бутылки нету. Я бы закинула. Может, бумажку? Не, ну тут только это. Бутылки, коробки. Клево. Первый раз вижу, кстати. У нас я не видела такое что-то новенькое. Мы сейчас выходили из больницы. Муж ушел вперед. Ну, со своим... Получается, он брат ему какой-то троюродный или кто. Он там стоит. Вот, в общем, родственник. Он работает в этой больнице. Как раз сейчас нам помогал, чтобы все побыстрее. Вот. И, в общем, они так втопили вперед. А я бюро. Вообще не реагирует. Ну, там что-то в телефон, это. А я же бежать не могу. А я хотела, ну, в туалет сходить. Они бегут, и я там еле-еле душа в теле. Потом думаю, что же делать? Я беру, он, я такая, пс. Они одновременно, вообще синхронно сразу развернулись. Причем далеко были. Далековато от меня. Вот, они прям синхронно развернулись. Такие, я вообще офигела. Так что поняли? Волшебное сочетание звуков. Если вас не слышат. Ну, это, я думаю, только на турков действует. Потому что я только здесь это слышала. Вот, видимо, это сочетание как-то это... Они его слышат везде и всегда.
Вот, в общем, все, мы уже закончили. Мы приедем сюда во вторник, по-моему, в 8 утра нам нужно. Вот, будут брать кровь. И, по-моему, что-то еще должны делать. Сейчас надо уточнить. В 8 утра надо будет. Это нам выезжать. В 6 утра придется. Вот. Сейчас зашли в аптеку, посмотрели этот корсет. Но я хочу другой какой-нибудь посмотреть. Слишком такой громоздкий прям. Я в нем, наверное, только дома смогу ходить. Кстати, ни с Эджелин, ни с Эрадой вообще, ну, не пользовалась корсетом, хотя с Эрадой я вообще такая бомба была. Вообще. А сейчас это, ну, некоторые проблемы есть, и тяжеловато, и решила я обзавестись специальным корсетом, чтобы спину поддерживал и живот. Вот. И у врача поинтересовалась, кстати, там спрашивали, сказали, нельзя, не надо, типа, будет там сжимать что-то. Но здесь врач, ты уже все? Но тут сказали, что да, можно, хорошо будет, так что надо приобретать корсетик.